Да. Как говорится, спасибо этому дому, а мы другому. Спасибо этой полянке за то, что приютила нас, да? Спасибо речке. Погнали! Народ, всем привет! Вы на канале Режим Медведя. А режим медведя, как всегда, идет купаться на водопады. Сейчас расскажу вам и покажу. Погнали смотреть, будет интересно. Вот так снимаются кадры. Если что, то прям с окна. Короче, есть шанс, что мы можем застрять. Вот, поэтому мы решили сразу же переехать обратно через реку, чтобы, короче, если застрять, то сейчас. Понимали, едем, кстати, босиком. Потому что переходили речку. Я похож на сутенера? Итак, ребятушки, куда мы сегодня идем? Во-первых, как вы можете заметить, я сегодня не один. Со мной Данька, режим медведя. Всем привет. Мазафакерс. Все такое. Данька уже недельку прошлую пропустил без похода. Но в это время, я вам скажу, Даня время не терял и провел его с максимальной пользой. Вот. Он был в бане, прямо на берегу моря и купался в холодном Черном море. Вот, пока я купался в холодных мелких водопадах, ну, на реке Жанне. Короче, куда мы сегодня идем? Чуть дальше поселка Возрождение, что находится рядом с Геленджиком, есть такое местечко, называется Михайловский перевал. Так вот, я там был на нескольких речках, на реке Тхаб, там находятся Плесецкие водопады, рядом с рекой Тхаб еще какие-то там есть река и какие-то водопады. И вот следующая река называется Куаго. Вот. И мы идем на водопады на реке Куаго. Ну, классно. Будет интересно. Не переключаемся. Начало вы видели сами. Мы пробовали на гранте переехать через реку. В общем-то, мы через нее переехали. Почти застряли. И поэтому было решено сразу же отправиться обратно и оставить машину где-нибудь там сзади, чтобы потом вечером не заниматься спасательными работами. Вот как-то так. Кстати, сегодня у нас с вами 2 марта, время 12:44. Кстати, сегодня у нас с вами 2 марта, время 12:44. Мы, в общем-то, дошли до, ну, пусть это будет, наверное, первый брод наш такой. Короче, вот здесь, Даня говорит, уже можно купаться. Ну, реально здесь глубина, ну, по пояс, наверное, нет, но выше колена точно. В общем, мы сейчас ищем место, где бы нам перейти дорогу, перейти речку эту. Вот, и каким образом нам тут вообще быть. Есть такое предположение, что можно вот так вот пройти и потом вот так вот.
И возможно у нас что-то выйдет. Либо вот там вот, кстати, смотри, вариант перейти. Наверное, там будет проще даже. Пойдем. Так. Ух ты. В общем, перешли. В общем, дошли до первой локации, так скажем, до того места, докуда можно, в принципе, более-менее нормально доехать на машине было. Вот. Проезжал дедулю, предложил нас подвезти. Мы сказали, что у нас задача нагулять километражи сегодня. Вот. Поэтому идем дальше. Здесь, смотрите, какие-то домики прикольные. Сейчас подойдем поближе. Снимаю вам. Ну и пойдем дальше на водопад. Красиво вообще местно здесь. Обалденно. Вон там дедушка, который нас хотел подвезти, медок собирает. Мы почему-то так сразу и подумали, что здесь пасека находится. Так, ну что, ребятушки, мы добрались до первого водопада реки Куага. В общем-то, в самом водопаде купаться, ну, вряд ли будет удобно, но там вот... На самом деле, если вы пойдете, если вот сюда сместиться, сейчас покажу вам. Там есть местечко, где, в принципе, там можно и неплохо искупаться. Вон там находится такая заводь. Туда даже сделана... Такая тропинка, спуск. Вот, и в принципе там, я думаю, что можно искупаться жарким летом, если вы вдруг идете на водопады и подустали, хотите взбодриться, наполниться энергией. Самое то. Так, ну что, ребятушки, в общем-то, короче, что мы решили сделать? Время 13:58, 2 часа. Наверное, это время пообедать, поэтому мы сейчас с Данькой покушаем. Сначала, естественно, мы искупаемся, потом уже покушаем. Купаться будем в той купели, которую я вам только что показывал. Вот эта купель находится. Посмотрите, насколько она чистая, красивая. Ну, в общем, класс. Самое то. А самое еще главное, что к ней ведут вот тут ступенечки. Да. А вот здесь рядом стоят беседки. Ну, а это Данька вон. Как моется настоящий медведь? Так вот медведь и моется. Ребятушки, какие, короче, первые эмоции после того, как искупаешься в холодной горной реке?
Слушайте, но с каждым разом вода стала все холоднее и холоднее. Напомню, кстати, я, наверное, не указал, что сегодня 2 марта. Вот, и вода все с каждым разом холоднее, как будто бы и холоднее становится. Хотя дни-то, в принципе, теплые стоят. Вот, и заходишь, и буквально в первые 10 секунд сразу же начинают замерзать руки. Прям вот моментально руки ты просто уже не чувствуешь потом. Такое ощущение, что я вот когда воду там лицо умывал, как будто рук вообще нету у меня. Их просто не чувствуешь. Ноги еще как-то более-менее там держатся. А самому, в принципе, ну нормально. Не могу сказать, что прям сильно холодно телу. Именно вот рукам очень холодно. Вот, Данька, кстати, смотрите, собирается тоже включить режим медведя. Я стою, у меня просто вот так вот руки трясутся. Пытаюсь согреться. Сейчас буду пить чай, блин. Давай, медведь. Режим медведя. Глубина нормальная, да? Ну, молодец. Ты не в ту сторону побежал. Данька, выход в другой стороне. Вот так, ребята. 2 марта, блин. Бодрит. Прям бодрит. Так, ребятушка, в общем, сидим, кушаем. Вот. Такая у меня сегодня пища. Значит, расскажу, что у меня там с собой. У меня геркулесовая каша, отварное филе курицы, грецкий орех, квашеная капуста, лук. И вроде бы все. Вот, у Даньки там что-то такое. Салатики с собой набрал. Столичные. Ну, естественно, куда же без листва, без салата. Ну, короче, вот так вот. Сидим, кушаем, поэтому приятного аппетита нам и приятного аппетита вам, если вы будете смотреть это видео и кушать. Так, ну что, как говорится, спасибо этому дому, а мы к другому. Наш маршрут еще на сегодня не завершен, поэтому идем дальше, вверх, по горной тропе, по горной реке. Посмотрим, что у нее там будет находиться дальше и куда нас вообще это все приведет. Вон, смотрите, еще прикольное место. Тоже какая-то речушка впадает. Вот там вот такая вот небольшая купель образована. Там самое главное, что, не знаю, либо специально, либо может быть так случайно совпало, что лежит вот такое бревнышко, и летом, я думаю, что дойдя до сюда, можно прям вот посидеть рядом с мини таким водопадиком, водоскатиком, послушать шум. Кого-то, может, это успокаивает. Как-то так. А мы идем с вами вот по такой тропе дальше. Смотрите, какое интересное место. Я не знаю, как провал, обвал. Такое седло образуется. Река, в общем, постоянно виляет то влево, то вправо. Постоянно приходится туда-сюда переходить. И так далее. Красиво. Такие вот переходики вас могут здесь ожидать.
Видимо, здесь когда-нибудь, когда-то был мостик. Виды просто офигенные с этого бока. Так, ну что, ребятушки, время 15:52. В общем, мы дошли до полянки. Вот там вот у нас лежат вещи. Пошли сделать осмотр, где нам купаться. Смотрите, вот такая вот есть огромная купель. На камере смотрится небольшая, но поверьте мне, там, мне кажется, нас строит глубина, да? Такая. Водоскатик такой хороший туда идет. Еще одна купель. Еще одна купель. В общем-то, сейчас пойдем посмотрим, где нам будет интересней, комфортней. Ну и картинка, где будет получше. Естественно. Блин, вот отсюда вообще смотрится просто бомба. Класс. Идти, конечно, далековато, да. Есть водопады, которые поближе и такие же по красоте. Там дальше такие вроде поменьше уже. Но если честно, это больше похоже не на водопады, а на какие-то водоскаты. Вот. Но здесь очень большие природные купели. Прям посмотрите. Просто огромные купели. Но я думаю, что, наверное, выгоднее нам будет в самом первом купаться, да, чтобы ближе к месту стоянки находиться и все. Но выглядит прикольно. Просто рай для купания. Да, просто рай для купания. Очень красиво. И они вот так вот идут, смотрите. Раз. Вот там вот следующий, вот там следующий, там еще один. Ну, короче, друг за дружкой идут. Короче, ребятушки, вот так вот мы расположились. Здесь такое удобное место. Подписано, кстати, место для костровища. Вот. Или для кострища. Не знаю, как правильно будет, напишите в комментариях. В общем, есть здесь место для костерка, железячки есть, бревнышки есть, даже есть мангальчик, смотрите. Вот. Ну и самое, что главное для нас, для режима медведя, что здесь буквально поблизости, а поблизости это вот там, находится купель, чаша, в которой сегодня режим медведя будут еще раз окунаться и принимать ванну. Данька, как мне? Как ты, Влад? Ты рад? По-моему, это природный рай какой-то для купания. Я не знаю. Если бы мы знали раньше, что тут такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Тут просто, конечно, бомба. Красиво, очень красиво, но согласись, что есть водопады поближе и такие же красивые. Далековато, конечно. Вот, но... допустим, вспомни на Возрождении, куда мы на машине заезжали в СНТ-шку, и там буквально идти, там, не знаю, 2-3 километра, и огромная-огромная купель была, 6-метровая. Ну, это да, ну, а тут их штук 10 сразу. Да. Огромно, красиво. На ЖН такая же тема, кстати, так что ты туда обязан будешь сходить. Пообещай подписчикам, что ты сходишь на ЖН. Хорошо. Вот так, ребятки, все, пьем чай. Мы, на самом деле, подустали. Я, наверное, сейчас съем чуть-чуть пикника. Вот. Заряжусь энергией, попью чай. Пойду искупаюсь, потом покушаем. И пойдем в обратный путь, потому что идти еще, дай бог, немало. Блин, максимально не хочется купаться, чтобы вы понимали. Сюда просто спустился, тут ветер дует, вон. Данька стоит, дрожит в двух кофтах. Блин, мне уже холодно, все, я уже замерз. Я думаю, может сделать прыжок вверх или не надо. Сальто, давай, бахай. Нет, ты видишь, как я сальто делаю. В бассейне, лучше не надо. Ребятушки, 2 марта, режим медведя, погнали! Оп, оп, оп. Нифига, друзья! Помоемся!
холодно. Так, ребятушки, сразу же рассказываю опять ощущения после купания в холодной горной реке. Слушайте, ну вода уже не такая, как раньше была. Раньше хоть она была холодная, но при этом приятная. Сейчас вообще неприятная. Просто у тебя моментально замерзают руки, ноги и все. И на этом, в принципе, все заканчивается. Я сейчас стою, дрожу, быстренько записываю вам видео. Сейчас завершу его записывать. Наверное, вытрусь, напьюсь горячего чаю и буду согреваться. Ну и покушаю что-нибудь. Данька вон вроде собирается кофейцо варить. Да, сейчас будем пить кофе. Так, ну что, ребятушки, приятного нам. А что у нас сейчас? 16:33. Пусть это будет ужина. Приятного нам ужина. В общем, пьем сваренный Данькой кофеенок. Вот, кушаю сваренную мною еду. Вот. Искупался, одел флисовую кофточку, потому что довольно-таки холодно. Так, ну что, как говорится, спасибо этому дому, а мы к другому. Спасибо этой полянке за то, что приютила нас, да? Спасибо речке, что создала такие хорошие, крутые купели, в которых смогли искупаться. В принципе, вроде бы осмотрелись, ничего не забыли, все взяли. Можем идти в обратную сторону. Времени 17:05. На данный момент мы прошли 9 километров. Вот. Но каких 9 километров? Половина-то пути идет по нормальной дороге, а вот половина пути приходится как горные козлы скакать. Так что вот так вот. В общем, утеплил Даньку. Хорошо, что у меня с собой есть шапка соломоновская. Этой шапке уже лет, блин, я не знаю. Ну, короче, очень много. Я ее покупал еще на севере для катания на лыжах. Вот. Перчатки, которые мы с Данькой, кстати, покупали. Перчатки, кстати, куплены, чтобы вы понимали. Покажи. Перчатки куплены в Леруа Мерлен, блин. Потому что прошлые перчатки, которые у меня были, которые были репликой механикса Эмпакта, они, короче, порвались в нескольких местах уже. Я их зашивал. Зашился их зашивать. И, в принципе, понял, что проще купить новые перчатки будет. Вот, посмотрим, сколько эти выдержат. Ну, как-то так. В общем, большая часть маршрута сейчас у нас будет вот так вот проходить. Прям по руслу реки. И хорошо, когда вот можно спокойно сбоку идти от реки. Вот. А так мы то будем сейчас заходить в лес, то передвигаться по реке, потому что сбоку, как вы можете заметить, здесь скалы, и там, в принципе, никак не обойти. Вот. Ребятушки, за 45 минут мы добежали, можно сказать, в обратную сторону до пасеки. Буду называть это место пасекой. Я не знаю, как оно правильно называется. Ну, в общем-то, так как здесь делают мед пчелки, значит, это пасека. Вот, в общем-то, и мне сейчас, естественно, пришла идея, раз время у нас 17:46, пришла идея еще разочек искупаться, потому что я сегодня искупался 2 раза, а я люблю купаться либо 1, либо 3 раза, поэтому нужно еще разочек искупаться. Вот, у меня остался чаек, попью сейчас чаенок, вот, и, наверное, искупаюсь. Ну, а вы все увидите сами. Вот в этой крутейшей купили. Да.
Вон там Данька идет на заднем плане. Погнали! Помоемся в горной чистейшей реке. Выходим греться пить чаёна. Капец, как это холодно. Чтоб вы понимали, я в шапке соломоновской, в перчатках, и мне холодно. А этот медведь купается в нём. Ну как? Слушай, третий раз, я тебе скажу, вообще как будто бы вот... Ну, очень легко как-то получилось. Я даже не ожидал, что сейчас вот будет не холодно. Самый кайфовый третий раз вот был. Вот первый раз вообще, блин, атас просто. Организм не хочет принимать такую холодную воду. Во второй раз уже было тоже холодно, но, видимо, как-то сыграла психическая подготовка. Вот я во второй раз, когда заходил, я изначально уже зашел туда, как будто бы замерзший был. А вот сейчас я наоборот прям разогретый такой, прям хотел искупаться. Вообще офигенно искупался. Короче, видимо, все зависит от головы. Вот как-то так. Так, ну что, народ, в общем-то, вы сами все видели. Третий раз искупался. Классно. Идем по вот такому месту. Пасека, место отдыха. Я думаю, что летом, наверное, до сюда можно доехать на джипах или еще на чем-нибудь. В принципе, есть крутые беседки, где можно посидеть. Вот. Времени уже 18-16. Натопали мы 17 тысяч шагов. Вот. Но я думаю, что это километров там 12-13 где-то получается. Вот. Еще где-то, наверное, около часа-полтора нам идти до парковки. Еще будет пару бродов. Ну, такие там, они вроде более-менее легенькие. Вот, как вы могли заметить, мы уже достали фонарики, потому что 18.00, 18 с копейками садится солнце. Уже ощущается, что начинает темнеть. Ну, как-то так. Сейчас пойдем по моему самому любимому времени. Я очень люблю идти по лесу, когда темно, и есть лишь свет только от налобного фонарика. Это прям отдельное удовольствие. Вот. Все, что, идем? Итак, народ, ну что? В общем-то, вот так вот под свет фар автомобиля встану. Значит, время 19 часов 17 минут. Мы прошли 22 388 шага, 15,6 километров. Смотрите, где елки-моталки. Вот, не знаю, видно вам, нет? Короче, не знаю, видно или нет, но я вас не обманываю, вот. Дошли до машины, сейчас поедем обратно. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, конечно же, ставим лайки, пишем комментарии. Не забываем, что появился телеграм-канал. Да, так что если вам интересно, заходите туда, подписывайтесь, это бесплатно.